Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции Вирука следующая. Задняя часть плеча, колющие боли, либо боли в задней части плеча. Что нужно знать? Внимательно смотрите, как простирается данный меридиан желчного пузыря. Вы видите, что он контролирует, что плечо. В точке ВБ-21. Это точка широкого спектра действия, вы всегда ее можете применять. Здесь подсказка сразу наперед. При различных болях в задней части плеча. Но также нужно знать, в каком состоянии энергии инь-янь. Почему? Потому что спина – это яньское проявление энергетики, живот, либо передняя часть нашего тела – это иньское проявление энергетики. Потому если частенько у вас проблемы в задней части плеча, и частенько там возникают боли, пожалуйста, посмотрите, в каком состоянии ваша яньская энергетика. Здесь нужна диагностика 12 меридианов. Но помимо диагностики 12 меридианов, конечно же, человек может что? Получить растяжение связок, вот, сухожилия, воспаление, артрозы, артриты плеча. Это мелкие остеохондрозы, виды все различные. Это травмы, ушибы и ранения в области плеча, которые могут приводить к всеразличным болям и проявлениям. Это состояние позвоночного столба. Здесь нужно сказать, турник вам в помощь, уважаемый зритель. Импликатор Кузнецов вам в помощь. Вот. У кого есть нефритовая подушка, нету, приобретите. Она очень хорошо снимает воспалительные процессы. Ну и, конечно же, те состояния меридианов тоже нужно знать, в каком тоже нужно знать и брать во внимание. Возьмите тот меридиан, допустим, который проходит, простирается по задней части плеча, как меридиан тонкого кишечника. Пожалуйста. Здесь подсказка. Берем теорию СИН. Меридиан желчного пузыря, если слабый, передает энергетику тонкому кишечнику слабому. Здесь и тройной обогреватель, который контролирует заднюю часть, скажем так, заднюю часть плеча. Вот вам, пожалуйста, уже три меридиана формируют слабость, вялость плечевой мышцы, либо плечевого пояса. Поэтому диагностика 12 меридианов нам в помощь. Это будет более разумно. Но на первом этапе мы можем помочь человеку чем? Тем, что будем тонизировать данную точку. Данную точку нужно тонизировать, активизировать, вследствие чего энергетика начнет пробуждаться, подниматься и наводить порядок по своему каналу, который и контролирует плечи, лопаточную область. Поэтому данная точка ВБ-43 сердцы тонизируется. Но уже при состоявшихся хронических болях в задней части плеча, уважаемый зритель, диагностика 12 меридианов вам в помощь. Спасибо за внимание.